Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да, начинается эфир. Как же не хватает твоей... Вселенная состоит из эфира. Из чего еще? Да? Да. Да. Эфир, там еще что-то, блядь. Героин. Героин, спидерак. Снова, да, будет это вот там сектор, а парагрин, дистраунд. Рядом со мной. Так, я вижу, что вы заходите, я вам всем машу. Короче, рядом со мной прогрин и дисраунд. Если вы мне закинете 15 миллионов рублей прямо сейчас в ВКонтакте, то я вам покажу их всех. Они рядом сидят. Примерно 15 миллионов рублей. Ну, хотя бы на питик согласитесь. Короче, парни, за 16 миллионов я вам рэпчик. Да не слушайте эту хуйню, он не будет этого делать. Катя Юшкова. Блин, Катюш, обнял тебя. Счастья, здоровья. Ребята, я готов рэп вам прочитать. Все. Ребят, не слушайте эту хуйню. Он выдумывает это все. Ему Смокимо сказал. Да, блядь, помахал. Да я заебался махать вам, короче, все, сами себе махайте. Ждешь, а где жду? Кать, если ты сейчас приедешь прямо сюда, то, конечно, жду. Скажи коню, что... Скажи коню, взял. Что я его конский рот ебал, блядь, и взял зарядку. Дисраунд, добавь Юлю в ВК, дисраунд. Так, в интернет зайду. Все. Он очень редко заходит в интернет, потому что дисраунд живет в Екатеринбурге. У нас, блядь, два провайдера, только кабинет и планета. Я живу в метро. А он живет в метро. Я вам не буду махать, вы заебали, очень много махать надо. Я сейчас не могу. Камон, реально, очень трудно сейчас. Прям сейчас очень сложно. Я его защищу. Коня, да ты не сможешь. Сегодня на Дэдпула ходил. Я очень хотел сходить, не сходил. Потому что долбоеб. Мы были на охуенном концерте. Как там ФБ? ФБ по кайфу ежи. На Фрешбладе все хорошо. По крайней мере, ну я думаю, что все окей. Так, сектор, как КЛП Керамбитов? Я не ебу, я не смотрел еще. Мне помаши... Да, блядь, да я заебался, пацаны. Очень трудно читать. Я очень пьяный прямо сейчас. Угарный фильмец. Да схожу, блядь, ясен хуй схожу. Считайте, что все, кто хотят, чтобы я вам сейчас помахал, что я всем помахал. Потому что в любой другой день я бы помахал, а сейчас дохуя делов. Я очень сильно устал. Руки устали, ребят. Это Гриша. Бриллиантовая рука. Да. Да, хотел рэп зачитать, ну ладно. Ты хотел рэп зачитать? Когда трек? Какой трек? Смотря какой. Батя на выпуск. Парп. Эти это. Мой любимый. Это 100%. Да. 100%. Смотря по какой трек ты говоришь, дядь. Бля, я пришел сюда, чтобы опять тайм-коды охуенные делать. Очень надеюсь, что он сюда не заходил. Привет. Махать нужно бескорыстно, ребят. Да, трушечки. Где бухло? Я захватил подосказ. Что там кабанчик пишет? Так, парагрину надо помахать. Ты покажи парагрину. А, вот так его покажу. Короче, подожди, рано махаешь. Вот сейчас. Бриллиантовая рука. Я ношу свои брюлики. Чтобы стать боссом в игре, я прошел трудные уровни. А тебе не стыдно это дерьмо читать в клубе на публике? Твои квадраты на грани, как на кубике Рубики. МС подохли, я причина, почему они умерли.
тысячи, там один из них продажа в утренний рубль. Как же дед ебашит? Обугленный друг. Идут в мусорки порубленным. Один звонок. И Майкан. Мои шутеры в Убера. Потому что они серьезные. Какой пиздец. Пишут, дедушка с ума сошел. Барсами, сука. Вы сейчас в ЕКБ, мы в ЕКБ, да. Ничего не меняется, зачем ты тогда маски так, ладно, эти... Ребят, а, ой, какие маски, о чем? Сейчас первый раз на трансляции покажу свой хуй. Смотрим. Шок-контент. Это шутка, шутка. Это не мой хуй, это на самом деле мой палец. Но если очень надо будет ЛС. Обнял. Гриша. Я не буду это комментировать, ребят. Ну, зачитай репа. Реально, короче, давай. Фристайл. Все переплетено. Сука, ты бы видел какой-то сейчас маски. Дальше я не помню, короче. Ты в маске зайчика, если что. Переплетено. Блять. Гриша, ты... Я знаю, что ты хотел зачитать, я знаю. Ты хотел сказать, типа, джубилионер. Да, это чувак на стиле. На мне крутые шмотки. Но я даже не платил за них. Не играй со мной, мой режим не уязвим. Бря! Мне нечего скрывать все мои снимки без фильтров. Окей, без фильтров. О, мои друзья! Ёбнутые на всю голову. Драка на каждой пьянке. Но мы не вызываем скорую. Лёд моей души. Как от горячей школьницы. Яркие трусы, как у персонажей комикса. Окей. О, вся моя жизнь. Это тысячи историй. Пройди через то, через что прошел я.